Сегодня мы с вами побываем на выставке, которая открылась в Борисовской библиотеке. Это Минская область, Беларусь. И здесь представлены куклы в различных национальных костюмах. Выставка не очень большая, но как сможем, познакомим всех подписчиков канала «Наш мир нашими глазами». Поэтому присоединяйтесь, будет интересно. На выставке находятся фарфоровые куклы, а также винтажные куклы, сделанные из пластика, сшитые из трикотажа, ну и целлюлоидные куколки. Вот такая красавица, это индонезийская кукла, тростевая. Они делались в виде марионеток, делались из дерева и чаще всего использовались для театральных постановок. Здесь чешская кукла. Кукла вот это ручной работы. И вот такая сувенирная куколка в чешском народном костюме. Две куколки из Молдовы. Вот. Очень интересно, вот такая куколка из Барбадоса. Весь шарм этой куклы в том, что она может быть в начале вот такой. Видите, написано «Барбадос», а потом мы ее переворачиваем, и она становится вот такой. Вот. Это двухсторонняя куколка. Вот такая.